Сегодня у нас, как вы видели на флаере, мастер-класс, посвященный качественной записи в мобильной студии, в частности на лаптоп, с использованием всяких современных усовершенствований. Этим мы сегодня будем заниматься. А что мы записывать будем, это значит новый трек вот для акции содержания, который мы тут проводим, начиная с весны. И трек называется, рабочее название, «Эпоха» или «Эпошка». И сегодня мы, значит, будем пробовать и демонстрировать всякие варианты, как можно записывать подобную музыку. Ну вот то, что у меня на столе стоит, это в принципе все и приборы, которые мы используем. Значит, вот. А что касается наших вот этих всех инструментов, микрофонов, проводов, как что подключается, в этом и есть смысл мастер-класса. Что еще? У нас, значит, сегодня будет несколько гитаристов. Мы попробуем записать живые барабаны. У нас есть этот трек в такой совершенно сырой демо-версии. Это не эпоха, это эпошка. Это не храм, это старушка. Не пантеон, а времянка. Не тайная вечеря, бытовая пьянка. Не самурай, а просто епошка. Это не Геракл, это Сошка. Это не полет, это подножка. Сколько тебе лет, осталось немножко. И, значит, мы решили писать это по кусочкам.